Там укладывал вас реинкарнация. Помогите! Куда? На вас участок, Руслан! Так, серьезный этот экипаж на старте. Надо под зон, да? Пару штук. А дорогу не знают, видно, да? Следопыт. Сейчас, смотри, девочка, куда задолжена. Паша, а можно ту белую с белым крестиком раскусить конфету или нельзя? Или зубы выпадут? Старт. Я пускаю дым, а я думаю, Руслан показывает сиськи. Всех отвлекает. Ух, жестко зашел, да? Жестко зашел. Ну страшно видно, да? Боится застрять. Самое, да. Не, ну правильно, не все крыша. Все четко. Давай вперед, назад, тебе никак. Там богер такой 37 на 13 у ребят был. 37 на 13. Да. Как у меня, только у них 15. 16. На Вранглер подойдет, да? Неплохо идет. А там тоже развернулся, там не по кругу, да? По кругу, ленточка перекрыта, да? Да. Ага. Все, понял. Да, ну, пока неплохо. Получается, да. Ну, надо под лентой просто. Процесс переключения. А что у него такой процесс переключения? Коробка, наверное, модная. Интересно. Интересно. Все стороны, то не можем, мне куда будет бежать. Куда не можем? Ну,
лучше встаньте в сторонку. Что между машинами оказаться. Здесь? Круто! Да! Вова, ё-моё! Вова, блин! Да где ничего страшного, можно попасть. Да, красиво. Бодя, все, дорога ясна, да? Только попробуй, только... Бодя, только попробуй что-то попробовать. Бодя, только коксу, Бодя, коксу скажи ему. Сразу будем питаться. Молодцы. И машины одинаковые, колеса меньше. Так, ну тут серьезный экипаж. Поедут. Ключевое. Думаю, выпрыгнет с разгона. Отходите отсюда, от лента отойдите. Бодя, осторожно там. Внимательно, ребят, отойдите. Вова, отойди, Вова, отойди. Пробили траекторию. С каким? А, который сейчас запах, сейчас, да? Жалко, камера не передает, да, такой запах суровый. Ого! А сколько стоит аппарат? Дай проехать, дай проехать. Ну дай метр хотя бы дай, дай метр. Можем отойти чуть-чуть дальше. Да не, ну, ну давай вот тут. Давайте. Сейчас, на, будешь снимать меня. У тебя онлайна нету? Нет.
Помогите! Куда? На спецучасток, Руслан! Руслан, на спецучасток. Вера за дурачком, да? Руслан! Русик, ну ты по Дунемогам должен был на нем проехать. Да. По Дунемогам? Так, блин, выезжай сюда. Не, ну крутой аппарат вообще. Аж дыхание свело, блин. Ну ты снял меня хоть? Да. Фух, блин, вот это класс. Спасибо, парень, блин. Смотрите, как едет. Ну, ему легче, конечно, мои 100 килограмм. Тяжело.